В этом видео мы рассмотрим три сумки-переноски для собачек мелких пород и котиков. Сумка Стэнли сделана из полиэфира. Это плотный материал, который сложно будет деформировать. В сумочке есть мягкое съемное дно и карабин для пристегивания животного. Отверстие для головы животного не закрывается. С одной стороны расположен маленький карман. Эта сумочка по своему функционалу очень похожа на первую. Отверстие для головы не закрывается, сбоку карманчик, внутри карабинчик для пристегивания животного. Только донышко не съемное. Третья сумочка отличается от первых двух материалом. Он похож на мебельную рогожку, а также наличием съемной сетки в районе головы животного.